Прям, знаешь, сегодня на открытии встречаю все соки российского шоу-бизнеса. Как ты дела со спортом? Нормально, занимаюсь, вот начал. Знаешь, мне только что Итан сказал, что вот я с понедельника, у тебя такая же история. У него абонемент закончился, он только с понедельника пойдет на тренировку. Не, я занимаюсь плотно уже 3 недели. Вау, ты прям спортсмен. Да, ну до этого не было времени, правда, не было. А так я много лет занимался дзюдо, 7 лет спортом занимался. Вот, ну, сейчас появилось чуть больше свободного времени из-за карантина, и вот сейчас начинаю восстанавливаться. Из-за карантина, а карантин тем временем уже 2,5 года. Но вот еще тогда мы работали, то есть. А сейчас мы взяли небольшую паузу на написание большого количества материала, поэтому у нас чуть небольшая пауза. Что у тебя сейчас в музыкальном плане? Когда ждать от тебя новых каких-то пушек, прям, знаешь, таких разрывных? Ну, я не знаю, это все субъективно, но 27 числа выходит песня, посмотрим, насколько она будет результативная. Вот, а так у нас каждый месяц в плане 3-4 релиза стоит на всю раву. Ты же понимаешь, что это много, на самом-то деле, это не один трек. Да, сегодня, нет, от каждого артиста, от равы, да. Но смотрите, сегодня время контента, вот, поэтому сейчас нужно достаточно много радовать людей контентом, чтобы тебя не забывали. Что хочу отметить, ребята, по Раве, что многие артисты сейчас, они без большого ума просто штампуют треки. А вы прям каждый трек, знаешь, выделываете как какой-то бриллиантик. Вот за это вы молодцы. Смотрите, на самом деле то, что мы выпускаем сейчас в месяц по 3-4 песни, это работа нашего... Нет, работа нашего прошлого года, допустим, прошлого и позапрошлого года. Мы писали очень много, и там порядка 20 треков у нас было в запасе, и сейчас мы их реализуем. То есть мы идем наперед всегда. Мы пишем и понимаем, что в какой-то момент времени будет там творческий кризис или что-то еще, и нужно иметь про запас что-то. Это стратегия, и мы по ней идем. Эльман, я, к сожалению, не могу у тебя не спросить вопрос касаемый Джонни. Так. Потому что всех интересует не то, как вы там с ним разорвали контракт, нет, какие у вас сейчас отношения. Потому что Рава всегда была не музыкальным лейблом, она была семьей. Да. И поэтому ваши поклонники очень переживают, как сейчас у вас... Мы его давно не видели, вот так скажу. Да, давно не видели, не знаю, с чем связано, но давно не видели, вот так. Созвоны, смс, такое тоже не присутствует? Не так часто, как раньше. Да. Спасибо тебе за эту честность. И сейчас у тебя в лейбле, в вашей команде новый артист. Ну, то есть как полгода назад вы его нам уже представили. У меня, если честно, у меня прям чуйка. Мне кажется, он разорвет. Что ты можешь сказать, пока у нас не случится? Я думаю, что следующий год, наверное, вторая половина следующего года, у него будут хорошие, сильные результаты. Так как он набирает сейчас опыта, да, до этого он не выпускал песен, сейчас он набирается опыта, но я думаю, что середина следующего года это уже будет большой артист. Вот. Но и также мы запускаем в этом году еще одного артиста, и я думаю, еще одного. Девушка. Но мы стараемся, не могу ответить на этот вопрос, но мы стараемся в этом году успеть. Есть вероятность, что перенесем на начало следующего года, но пока не точно. Вот. Но в любом случае мы работаем, и мы работаем больше, чем остальные. И в этом наш успех. Ребята, это была действительно объективная оценка. Я, насколько я вредная бываю, я не могу с этим согласиться, потому что вы реально пахари. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. Эльман.